Всем привет, любители ароматного табака. Сегодня расскажу вам о фильме «55 градусов ниже нуля», снятом в 1986 году режиссером Юрием Иванчуком, сценарист Леонард Толстой, композитор Давид Тухманов, в главных ролях Петр Вильяминов, Софья Павлова, Борис Невзоров и Виталий Соломин. Значит, фильм рассказывает нам о событиях, произошедших в результате крушения поезда с расплавленным металлом на одном из сталелитейных заводов. Значит, члены одной семьи, ну, в большом счете это династия, вот, которая работает на этом заводе, волей судьбы, в общем, оказывается в круговороте расследования вот этого несчастного случая. Значит, ну, давайте, наверное, пройдемся по актерам. Ну, интересно очень, здесь как-то женщины, ну, во всяком случае, мной были не замечены, хотя, в общем, тоже интересные образы, но мужчины, безусловно, здесь более интересны, здесь очень интересное трио, значит, ну, очень интересный герой достался и Соломину, это такой интересный, значит, идеалист, такой образ Достоевщины очень от этого образа пахнет, значит, идеалист, который занимает жизненную позицию непротивления злу, в общем-то, верит в бескомпромиссное торжество справедливости, несмотря на то, что, в общем-то, считает, вернее, что, в общем-то, в этом направлении не нужно никаких усилий предпринимать, в общем-то, само все разрулится, и люди сами разберутся. Очень интересный образ у Бориса Невзорова. Ну, это, друзья, просто современный человек, очень актуальный образ, мне кажется, не устареет никогда. Это такой карьерист, человек, стремящийся реализоваться в жизни любым путем, стремящийся к руководящим должностям, очень интересно. Ну, Вильяминов, ну, по традиции, в общем-то, играет такого человека из народа, такой настоящий русский мужик, на котором, в общем-то, держится вся Россия. Отсыл постоянно идет его воспоминания там, к тому, как он жил в деревне. В общем-то, ну, интересный тоже такой достаточно образ. Очень интересная сцена, друзья. Ну, во-первых, безумно интересная сцена семейного совета, наверное, назовем это так, когда вся семья, события, в общем-то, разворачиваются под Новый год, и вся семья собирается в доме, и происходит разбор вот этого несчастного случая с выявлением там причин, почему все это произошло. Ну, очень интересная сцена, особенно в исполнении Вениаминова. Это, ну, наверное, идеальный образ отца. То есть вот именно так и, мне кажется, нужно себя вести в жизни. То есть очень интересно. Ну, безусловно, великолепная сцена Невзорова, когда он встречает свою тетю, которая там проездом попадает к ним в квартиру. В общем-то, как-то за суетой люди забывают и как-то не замечают, в общем-то, горе и несчастье других людей. И, в общем-то, как-то приезд тети остается незамеченным, она как-то заходит, в семье свои проблемы, все вот это несчастный случай, неприятности у всех, и люди как-то холодно ее встречают, но потом, в общем-то, Невзоров там опомнился, догнал ее. Ну, очень интересно, то есть такой режиссер нам говорит о том, что в каждом человеке, несмотря там на всю его внешнюю холодность и там невнимательность, все равно остается что-то человеческое, что-то хорошее, что-то теплое. Очень интересный, друзья, фильм, на самом деле. Ну, посмотрите, я думаю, что, ну, не оставит он в любом случае равнодушным. Великолепная игра вот этого мужского трио. Я думаю, что время, потраченное на фильм, ну, безусловно, не останется потерянным. Спасибо вам за внимание, спасибо, что вы слышали мое мнение до конца. До новых встреч!